Профессия медицинского работника – одна из самых востребованных и необходимых для людей. Она пользуется в нашем обществе неизменным уважением. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое – свои здоровье и жизнь. И они заслужили это высокое доверие. Наша съемочная группа побывала на праздничном мероприятии ко Дню медработника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую и активную жизнь, а для этого надо вовремя предупреждать появление болезни или лечить ее, если она уже появилась. Все профессии нужны, все профессии важны, но есть среди них и такие, без которых невозможно прожить. Для того, чтобы стать отличным врачом, нужно долго и упорно учиться, проходить серьезную практику, все время нарабатывать опыт и перенимать самое лучшее. Постоянное переживание, постоянные выезды в больницу. Многие операции, вы правы, что 6 лет – это просто действительно первые шаги. А так вообще профессия врача подразумевает обучение всю свою профессиональную жизнь. То есть мы постоянно должны совершенствоваться, постоянно должны приобретать какие-то новые знания, новые умения. И это требует очень много времени, очень много времени. Поэтому действительно очень сложная профессия, но в то же время эта профессия, она очень благодарная. Когда ты видишь счастливые глаза пациентов, которые тебе говорят просто: «Доктор, спасибо», вот это, наверное, ни с чем не сравнимое ощущение. Это действительно реально тяжелая, но очень благодарная профессия. В Славянском здравоохранении работают более 2000 человек. И все они – врачи, медицинские сестры, фельдшеры и те, кто обеспечивает работу отрасли, отличаются любовью к своей профессии и самоотверженностью. Работа любого учреждения – это совместный вклад всего коллектива. От уборщиков служебных помещений до главного врача. Без каждого сотрудника слаженная работа и оптимальная, она немыслима. Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и финансового благополучия. Желаю вам сохранять свой оптимизм и преданность делу. Желаю вам всего самого наилучшего. Огромное внимание укреплению материально-технической базы здравоохранения, улучшению условий работы уделяет администрация муниципалитета. Благодаря этой постоянной поддержке удается добиваться высоких результатов. Благополучная ситуация, которая сложилась сегодня в Славянском районе, это заслуга медиков. Благодаря неравнодушию и высокому профессионализму удалось сдержать наступление опасной болезни коронавируса. Хочу вам сказать большое спасибо за ваш труд, большое спасибо за то, что вы есть, спасибо за спасенные жизни, потому что именно вы, наверное, делаете самое необходимое для того, чтобы мы жили, за того, чтобы мы были здоровы, занимаетесь профилактикой, смотрите за всеми нами, за нашими родителями, за нашими детьми, и нет ничего на свете важнее жизни человека. Самые добрые слова и наилучшие пожелания прозвучали в адрес медицинских работников в этот день. Лучшие были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами. Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия медицинского работника. Им посвятили свои песни славянские артисты. В муниципалитете будет и дальше делаться все возможное для создания условий медицинским работникам для качественного и комфортного выполнения своей работы. Это в наших общих интересах. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».